так що мирча війна. Ми продовжуємо говорити про тарифи, про те, чого чекати українцям. Ми за декілька хвилин матимемо на прямому зв'язку розмову з радником президента України Олегом Устенко. А поки продовжимо на кажуть на мені технічна група. Каже, що є на прямому зв'язку з нами. Пане Олеже, я вітаю вас. Напевно, у вас вже не будемо питати про тарифи, чому вони такі. Спитаємо про економіку. Що чого нам чекати в контексті співпраці з МВФ? Бо сьогодні в деяких західних ЗМІ з'явилася інформація, що той же Міжнародний валютний фонд погано відреагував на відставку Коболєва, і, можливо, якась наша там співпраця піде не тим шляхом, хоча вона вже декілька місяців, напевно, що рік йде не тим шляхом. Розкажіть, як ця ситуація, як ця відставка, призначення вплинуть? Ну, я бы сказал вот что. Я бы сказал, что есть вопросы, которые обсуждаются с Международным валютным фондом постоянно, например, то, что касается дефицита государственного бюджета, возможности его сокращения, обсуждаются вопросы, связанные с Национальным банком, вопросы, связанные с антикоррупционной архитектурой, судебной реформой, вот то, что в постоянном поле зрения. То, что касается вопросов, связанных с «Нафтегаз», решение принято, кабинет министров, поскольку он представляет как раз интересы собственника украинских граждан, считает, что он действует в рамках украинского законодательства. Поэтому, по большому счету говоря, я не вижу тут каких-то особенных проблем. На что бы я обратил внимание? Я бы обратил внимание на то, что у нас дискуссия, связанная и с членами наблюдательных советов, и с руководством отдельных государственных монополий, оно примитивизируется до той степени, что решается вопрос, связанный с тем, а кто там должен быть и какие заработные платы выплачивать. А ведь не это-то основное. Основное – это вопросы выставления KPI-ов отдельным государственным монополиям. Вопрос того, достигнуты или не достигнуты KPI. И в зависимости от этого можно спрашивать или не спрашивать и подвергать наказанию или премировать членов и наблюдательных советов, руководства различных государственных крупных компаний. Поэтому эта история большая. Это не только ТНАК «Нефтегаз», это еще, если хотите, и «Укрзалезница», это и другие монополии, тоже атомные, то, что относится к атомной энергетике, да, все, что относится к государственным корпорациям. Поэтому я не вижу тут каких-то принципиальных проблем. Что касается Международного валютного фонда, то Международный валютный фонд, вы знаете, что они выставляют прогноз на следующий рост по росту украинской, на текущий год, по росту украинской экономики на уровне 4-4,2%. Прогноз, который выставлен в государственном бюджете, это порядка 4,5%. В прошлом году был год падения. Год падения был серьезный, но справедливости ради мы упали меньше, менее глубоко, чем мировая экономика. Да, мировая экономика упала на 4,5%, мы 4,2% показали падение. В прошлом году, по большому счету говоря, только три экономики показали рост. Это Турция, Египет и Китай. Фактически мировую экономику вытянул Китай. Что касается этого года, то чем будет поддерживаться рост? С одной стороны, увеличение внутреннего потребления. Увеличение внутреннего потребления, вы видели, что и прогнозируется увеличение средней заработной платы, прогнозируется дальнейшее увеличение минимальной заработной платы с 1 декабря текущего года до 6,5 тысяч гривен. Относительно мягкая монетарная политика, учетная ставка поднята до 7,5%, но это все равно рекордно низкая для Украины за практически 30 лет ее независимости. Ожидается, что после провального прошлого года будет активизация инвестиционной деятельности, по крайней мере, будут вкладываться предприятия в обновление своих основных фондов. Ожидается, что государственный бюджет будет стимулировать экономику, ну и конъюнктура на внешних рынках, которая более чем благоприятна для нас, поэтому это, по большому счету говоря, и не так-то много прогнозируемый рост на текущий год. Президент ставит задачу по
достижению роста на уровне 5% плюс. Все это будет абсолютно ничто, если мы с вами не будем говорить о системных изменениях, связанных с качеством бизнес-климата Зрозуміло, в стране. Абсолютно. И здесь Пане действительно Леже. Серьезные вызовы. Здесь речь и о защите прав собственности, о судебной реформе, и о борьбе с коррупцией, и о деолигархизации экономики. То есть тут достаточно много, что обсуждается, и то, по каким направлениям идут действия. Да, дякуємо. Тут ще можна насправді продовжувати. Є запитання від наших гостей, якщо ви дозволите. Ярослав Железняк і Олексій Кучеренко. Хотілося до вас... Да, дуже фахове питання. І Валентин Землянський, три питання. Ви сказали, що нічого страшного не відбулося з звільненням, особливо з методом звільнення пана Коболєва. Ніхто не постраждав, економіка України тим більше. Да, у мене просто до вас тоді, як до представника Офісу Президента, питання. Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Держдеп США, посол Великобританії, Єврокомісія, посли Великої Сімки. Всі МВФ, звичайно. Всі висловили обурення щодо дій уряду і що це було порушення вимог по корпоративному управлінню. От із цих перерахованих, кого думка не важлива для Офісу Президента і для нашого уряду? Ну так, якщо ми так можемо вже дати відповідь. Тому що якщо вони говорять, що те рішення, яке відбулося, що було порушення законодавства, а ви говорите, все нормально, то хтось з вас помиляється. Пане Олеж, давайте до відповіді. Есть примитивизация дискуссии, это то, что только что сказал господин депутат. Опять-таки, речь идет по поводу личности и кто кем управляет, и кто сколько получает. Если вы вспомните пане дискуссию... Пане Остенко, зачекайте. Я не дам на цьому вам маніпулювати. По поводу того, что обсуждался вопрос, связанный с заработными платами и с компенсациями, и это ставилось как одно из важнейших условий и проблем, которые могут возникнуть. В реальности, опять-таки, вопросы, связанные с корпоративным управлением, это не о том, кто руководит компанией, и не о том, сколько он получает. Это вопрос о том, насколько эффективна компания. И это основное правило корпоративного управления и корпоративных финансов. И если есть какие-то сложности, поверьте, что кабинет министров, который взял на себя подобного рода ответственность, он и будет артикулировать и вести как свою переговорную позицию со всеми этими организациями, которые... Я правильно вас разумею, что вы зараз интерпретуете заяву послів Великої Сімки, Держдепу США и всех наших донорів, что они выступили за великі по питанням зарплати або персоналіям, а не те, що ви зламали те, що називається реформа корпоративного управління. От просто відповісти мені, чи так чи ні, щоб ми правильно розуміли позицію Офісу Президента зараз. Господин Железняк, я точно не спикер ни от одной из этих уважаемых институций, ни Международного валютного Очевидно. Фонда, ни Европейского банка реконструкции, ни всех остальных, которых вы перечислили. У каждого может быть своя позиция. Украина абсолютно суверенное государство. У нас есть свой собственный кабинет министров, который действует в рамках украинского законодательства. Они взяли на себя ответственность, и они будут артикулировать свою позицию и прежде всего перед украинским обществом, и также перед нашими международными партнерами. Можемо ще одне питання, бо ви казали, що мало часу. Дуже просить Олексій Кучеренко. Можемо, так? Олег, приветствую. Ви разрешите мені задати вам, навіть не вопрос, я рад вас видеть. Поздравляю з наступаючими Пожалуйста. Праздниками. Олег, це навіть не вопрос. Можна я свої емоції? За два роки президентства Зеленського, при всьому моєму скепсисі, от два дні назад у мене був, наконец, настоящий праздник. Я аплодирую, наконец. Уряду Украины. Я понимаю, что в этом была поддержка из офиса Украины. За решительные действия относительно восстановления государственного контроля со стороны единственного акционера, Кабмина, который действует в интересах народа Украины по отношению к своей самой большой монополии. Вы молодцы, сказали «А». Слава Богу, наглядовую раду вы убедили, она сегодня вся ушла в отставку. И слава Богу, пинком под зад ей.
Не волнуйтесь за то, что вы нарушаете какую-то реформу корпоративного управления. Это не реформа, а антиреформа. Я на коленях вас прошу. То же самое сделайте, пожалуйста, в Укрзалізниці, с Лещенками и всей этой когортой, с пляжа сразу. Укрпочта, Укренерго, сбытковая компания на 17 миллиардов. Разберитесь там, пожалуйста. Очень прошу вас. Логика зрозуміла. И заканчивая на этом. Олег. То, что я услышал от нового министра энергетики на встрече с фракцией «Батьковщина», нас удовлетворило. Мы именно этому поддержали его. И мы готовы все конструктивные действия и его обещания, и все действия по НАК «Нефтегазу» поддерживать в абсолютно конструктивном русле. Спасибо. Пане Олеже, тоді у мене до вас питання. Так, це були слова підтримки більше. З приводу того ж МВФ. Ми дуже розуміємо, що нам потрібні ці кошти. Ми розуміємо, що у нас восени буде пік виплат по нашим зобов'язанням. Чи є якісь... як сказати, просування, чи просуваються якось переговори, прогрес у перемовинах, коли очікувати, хоча б, можливо, якісь там дорожні маячки у вас є? Предыстория всего этого. В этом году Украина рассчитывается и по своим внутренним, и по внешним долгам, которые, к слову сказать, накапливали за последние 10 лет. Выплаты, которые мы делаем в этом году, это порядка 600 миллиардов гривен, из которых 150 миллиардов гривен – это выплата процентов, которые мы делаем. К слову сказать, в этом году, после кризисного предыдущего, 2020 года, мы выплачиваем проценты по так называемым воррантам, долговым обязательствам, которые в свое время были выпущены и которые были привязаны к нашему экономическому росту. И после 3,2 роста 2019 года порядка 1 миллиарда гривен уходят на сторону как раз вот по этим воррантам. Что касается фактически вот этих выплат, которые мы делаем в этом году, надо сказать, что от Международного валютного фонда при идеальном сценарии мы прогнозируем получить порядка 2 миллиардов долларов. 2 миллиарда долларов по текущему курсу, мы говорим с вами о где-то 55 миллиардах гривен. Это означает, что из 600 миллиардов гривен, вы видите цифру, которую погашает Международный валютный фонд, это порядка 10%. Поэтому Международный валютный фонд для нас более чем важен. Коли? Но Международный валютный фонд важен. Да, сейчас. Международный валютный фонд не так важен даже для нас с точки зрения денег, как с точки зрения знака. Это знаковый кредитор заходит для Украины в данном случае. Да. Это означает, что макроэкономическая ситуация подконтрольная. Это значит, что есть достаточно высокий уровень доверия. Наша большая следующая пиковая выплата идет в сентябре. После мартовской, которую мы достаточно достойно встретили, которую никто не увидел, как формировалась эта подушка безопасности мартовская. Сейчас формируется подушка безопасности на сентябрь. На этой неделе Министерство финансов разместило европейские облигации на международном рынке на 1 миллиард 250 миллионов под 6.875% годовых. Для примера, последние месяцы... Пане Олеже, я вас дуже прошу, короткая відповідь, потому что уже мы обмежені у часі. Коли нам, можливо, чекати якісь просування? До сентября. До сентября ми розчитуємо на рішення міжнародного фонду. На рішення. Зафіксували. Дякую вам дуже, що змогли долучитися до нашої дискусії. Запрошуємо ще при нагоді. Дякую, пан Устенко був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже. Маленьку репліку. А можна через... мені дати завершити? Ми просто до пана економіста хотілося б звернути. Через питання можна до вас звернутися? Скажіть, будь ласка, пане Олеже, якщо ці гроші, наприклад, ми не отримуємо, що тоді буде? Ні, дивіться, от за тих 2,5 мільярда доларів, про які говорив пан Олег, ми їх, напевно, 100% отримуємо, тому що це не стосується діючої програми, в якій ми знаходимося. Це просто стосується рішення Міжнародного валютного фонду, який для боротьби з пандемією у світі робить емісію спеціальних прав запозичень на 256 мільярдів і доля України 2,5 мільярди, які, власне, ми теоретично ми маємо отримати. Тобто це не є, скажімо, виконання умов меморандуму, це не є наші зобов'язання в межах якихось речей. Так що, дійсно, я з Олегом, паном Олегом, згідний, ми дійсно отримуємо, напевно, тих 2 мільярди, і, власне, рішення має бути літом, і, я думаю, ми обов'язково ті гроші отримаємо. Тобто це не програма, це просто окреме рішення МВФ про виділення оцих спеціальних прав запозичень для того, щоб підтримати світову економіку і країни.
Можна дуже коротко, просто так. Поясню. Тому, просто що, давайте баланс зберігати. Ми обіцяли, пан Землянський, ми в чистю програму. Вибачте, пане Ярославе, я перепрошую. Коли говорить, коли пан Остенко говорить, що вони взяли один... Ну вже почули, ви запитання задавали. Ми можемо всі разом говорити і перетворити це на те, що я люблю. Давайте, щоб був баланс. Пан Землянський зараз, потім пан Валентин. Будь ласка. Не, подождите, то есть вот у меня вопрос был другой, когда Олег говорил по поводу там назначений и примитивизации. У меня вопрос, когда Украина будет принимать решение без реакции вот всех тех персонажей, которые перечислил пан Железняк. Вот не обращая внимания на... То есть на каждый чих у нас есть реакция Госдепа, у нас есть реакция G7, у нас есть реакция там, еще, комиссии. Там, Европейской комиссии, еще кого-то, еще кого-то. То есть Устенко подтвердил 600 миллиардов гривен выплат. No. И потом мы говорим, а где же нам денег взять? Так я же ответ на ваше запитание. Так может быть начать разговаривать с МВФ, где сентябрьские и декабрьские транши, которые МВФ должен был предоставить после выполнения требований структурных маяков? Где они? Забыли? А по 700, они... по 700 миллионов каждый. А мы как країна зробили це? Да. Можно я? Мы выполнили требования МВФ. Да. Да. Давайте когда МВФ придумал вопрос с Конституционным судом, не рассказывайте сейчас. Коли у нас не буде контрабанди, поки у нас буде таких ефективно... ми нікого більше заробляти не будемо. Коли у нас буде ефективно працювати державне підприємство. Да, да, да. Коли у нас буде ефективна економіка. Що вони за Коболя не почали ефективно працювати. Логіки тоді... МВФ і вашої логіки ніколи. Скільки податків заплатив Нафтогаз в минулому році? Це байки, про скільки податків скільки заплатив, податків? Коротше. Скільки збитків було, скільки грошей на ці податки, в кого вони їх взяли? Це може пояснити. Можна я скажу тепер? Да. Я не люблю цієї риторики. Слухайте, оце, мабуть, єдина тема зараз, про яку може говорити як політолог. Тому що, пункт перший. Мені дуже смішно чути цей персоніфікований підхід взагалі до політичних і економічних процесів. Всі ці міжнародні організації виступають не за ту чи іншу цю особу в тому чи іншому кризі, а винятково за певні процеси і речі. Я чув цю скиглення плач Ярославне, коли прибрали Рябошапку. Скиглили, скиглили, що все, зараз небо впаде на землю. Потім прибрали цього. Голову Нацбанку. Така сама була скиглення про те, що все, зараз земля на небесну вість налетить, і ми всі загинемо. Нічого, життя триває і в першому, і в другому випадку. Потім почалася риторика про те, що прибрати чувака, вибачте, я інакше його не можу назвати, який перебуває в реєстрі корупціонерів з посади директора антикорупційного бюро України. Так само почало сказати, що не це або Ситник, або коротше, всі реформи загнуться. Таке враження, що Ситник продемонстрував фантастичні результати. Зараз така сама риторика почалася про те, що Коболєв у нас взагалі прекрасно забули це. Про я закінчу. Я повністю погоджуюся з паном Кучеренко. Що можна ставити питання, чому 2 роки Коболєв сидів на цій посаді? Чому його дійсно не прибрали зразу, коли помінялася влада? Але знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Прибрали і слава Богу. Але не треба розказувати так, що ми прибрали Коболя і зруйнували корпоративну. Корпоративне управління збережеться. Далі реклама. Хай йде на ринок праці, знайде собі ще роботу. Дякуємо, пане Валентине. Реклама, продовжуємо невдовзі.